Я приехал тут в гараж на разгрузку. Вот так выглядит кузов тундры после выезда на РДС. Весь зип вот полностью забитая, чтобы закрылась крышка. Здесь очень много всего. От колонки, самоката до всяких инструментов, рычагов и так далее. Даже он пылесос стал брать с собой. Так, когда у нас появляется вот такой пассажир в кузове, это значит, Сергей Моторов здесь присутствует. Ром, кстати, стройку моего гаража, она все еще идет, она не заканчивается, не замораживается. Сейчас делают вот то помещение, обшивают его полностью. И свет тут у нас готов. Зацените красоту какую. Оп. Это помещение еще не делается, но оно тоже будет, в принципе, вот такого же цвета, как сверху. И здесь тоже, естественно, будет везде свет. Вот эта балка уберется, это все уберется. Вот то помещение, возможно, покрасится, скорее всего. Мечты мечтами. А сейчас вашему мальчику просто необходима игрушка, с которой ему никогда не будет скучно. Детский металлический конструктор. Так, здесь, значит, нюансик произошел. Бамперок немного подстерся задний.